Ну а создание новых мест в столичных школах – одна из основных задач администрации Якутска. Об этом в эксклюзивном интервью нашей редакции рассказал глава города Айсе Николаев. Ровно 5 лет назад мэр вступил в свою должность. За эти годы город значительно преобразился. Также решили одну из самых острых проблем – очереди в детские сады, построив 16 новых учреждений. Как отмечает глава, работа в этом направлении не заканчивается. Остается открытым вопрос переполненности школ, который нужно решить уже в ближайшее время. Конечно, мы сейчас должны в ближайшие годы сделать очень серьезный прорыв в этом отношении. Мы должны строить школы, мы должны выкупать здания, реконструировать их под школы, мы должны надстройки делать, пристроить к уже существующим зданиям. Но эта проблема должна быть решена. Конечно, существует дорожная карта, утвержденная правительством республики, по которому до 2025 года у нас этот вопрос должен быть решен. Но я считаю, что мы должны упор делать уже на ближайшие годы, с тем, чтобы уже вот в 2018, 2019, 2020 году максимально снизить остроту этой проблемы.